Мы каждый год будем на обследование. Это сразу попросили. Вот, мы пришли. Алексей! А вот заходишь, так вот тут стоишь, вот так вот сюда проходишь. В этом году. Здравствуйте. Да. В этом году электронную очередь ввели. Поэтому не просто медкомиссию проходим, а квест. Идешь по всем кабинетам. Находишь Юлю. Так, ну что у тебя? Не загорается? 11 не загорается. Такой бегуночек. А здесь очередь. Пока что очередь только копится. А мы пока что не выходим. Сюда. Нет, сюда нам не надо. Только сюда. Что? У тебя только тестостерон дополнительно. И рассказать мне вам нечего вообще-то. Ну, как бы пока что не все ребята пришли, и даже не все ребята зарегистрировались. Сегодня у меня 13 человек обследуются. Ребята ходят писать в баночку. Мои ребята писают в баночку дома, по моей команде. Вот, что еще вам рассказать? Сейчас все соберутся. В четверг мы тоже ходили обследоваться. Но я ничего не снимала, потому что сама обследовалась. Вот, могу фотки только показать. Таня получила бегуночек. Тут кабинетики. 14 номер. Нигде. Не зовут, конечно. Нигде. Нет, нигде. А у тебя какой номер очереди? 15. 15. Он просто забыл повторять. На тело гречки. Так, Слава, видимо, еще не вышел. Что ты надышал там на свой вес? Не знаю. У меня очень хорошее, я очень старалась. Да. А давление вообще нормально? Повышено. Вообще нормально. Оно повышалось, когда я ходил в военкомат, когда меня начинали все брать, я начинал волноваться. Все понятно. И меня там поставили, я ранее не ходил, поставили гипертензию. Хорошо. 1,3 хорошо. Это чего? Лактат. Хорошо восстановился. Да? Ну да, ты же ничего не делал. Я ничего не делал. Это 88, да? Да. Крепыш. Ладно, я к тебе зайду. Ну, где-то в районе... Маша первый раз проходит с нами медкомиссию. Это Маша. Так, мы с Юлей идем сдавать кровь. Она мне сказала, что сейчас покажет вам чудеса. Здрасте, у вас там здрасте. Высветилось? Да. Да, да. Высветилось. Машу принесли? Да. Ставьте баночку. Да. Это лимонад. Да. Это девчонки наши. Мне лучше всех в мире берут кровь. Здрасте. Сегодня все это в прямом эфире? Да, я хочу посмотреть, как Юлька в обморок упадет в прямом эфире. А одна же плакала уже. Это Настя, она всего боится. Все, оставляйте. Давай. Не надо, нет, какашку не надо. Какашки мы не носим. Куда? Тут. Проходите на кушеточку, проходите. Или ложитесь. Спинку ровненько. Да, у всех девчонок одинаковый спектр. Знаешь, как она хорошо кровь берет, это лучший вообще, лучший лаборант на свете. Я еще говорю, я сейчас в обморок упаду. Ну хорошо. И ложись. Что, сразу окошко открыть? Это пока нормально. Садитесь хорошо, все, ручку оставляйте. Какая маленькая ручка. Ну а как? Зачем тогда вообще сюда ходить, если не угорать?
волнуйтесь, отвернулись и не смотрите. Кулаком работаем, сжимаем, разжимаем. Зажали крепенько и держите. Видите, как весело, с первого этажа музыка грохочет. Сейчас эту комиссию пройдете и пойдете отмечать. Руку можно расслабить. Все хорошо? Угу. Ну что, белого уже? Нет, нормальная. Нормально? Нормального зеленого цвета. Как все люди. Прекрасно. Выглядишь отлично. Лучше, чем Настя. Ну, там-то все, там просто такие слезы. Ну, все хорошо? Пока, да. А все уже закончилось? Да, все уже бинтую. Повязочку минут через 15 можно будет снимать. Все. Угу. Ну посиди, да. не вставай резко. Да, в нашем возрасте вставай. Уже резко нельзя вставать. Нормально. Вот это все она набрала, пока ты не смотрела. Это все твоя кровь. 8 литров. Да ладно, я 8 сдавала, пробирку. Читала. Но она супер бодро. Что стоите? Разваливаюсь. Опять? Графская разваливаю. Слава, ты сдаёт. О, вы еще не начали? Мы уже кровь сдали там. А мы еще только разминаемся. А, ты моя маленькая, разминается. Катя, достань, наверное, полотенце из... Сейчас. Мы к морям и океанам привыкли. На 5 ударов у меня обманывают. У меня часы показывают 80. У меня на 5 меньше. Ну почему? Это Гармин у него. Такой же, как датчик. Пока там даже здесь верхушка. Ну да, у меня на периферии тоже меньше. Толчок здесь. Ну да. Ну, 5 ударов разница. Вот прошлый. То есть пока до сюда дойдет, да? Ну нет, наверное, не так работает. Там максимальная просто идет пульсация в области верхушечного толчка. А когда движение спортсмен, там уже дыхательное движение, все вот это является помехой, поэтому могут быть необъективными показатели. Но нагрудные они более объективные, потому что все равно ударный объем увеличивается. А вот ручные на высоте нагрузки они могут перерать. Особенно когда бег на велике еще не так, а вот при беге. Что случилось? А им счетом можно выписать? Нет, я не могу рассчитываться. У меня нет столько денег просто за всех рассчитываться. Пять кардиопроб можно, пожалуйста, одним счетом выпить? Да, чокать. Ну, что, нету, что ли? Какой ты хорошенький, Слава! Все? Такие щечки ему. Да. Ну, то, что сейчас
Где детонатор? Вот так, все. Молодец. Это все временно. Когда нагрузка будет, там уже ничего не дает. Контролируйте свое дыхание. Вдох, выдох. Пока нагрузки не будет, постарайтесь дышать носом. Все, что будет уже потом при нагрузке, течь маску, пусть течет. Все, по-моему, выберем. Хорошо? Где детонатор? Сразу же, да? Ну да, сейчас вдохните, выдохните. Скорость педалирования вот здесь будет 70. Да, вот здесь вот будет 70. Можно чуть быстрее, но стараемся ниже не спускаться. Это пока нагрузки не будет, это как бы хорошо. Потом нагрузка, когда будет большой, вы просто не сможете. Максимальный тест мы делаем как? Ориентируемся на вас. Ирина, и пассивная агрессия сейчас начнется. Могли бы и получше поработать. Как она мне сказала? Ой, как бы ты быстро восстановилась. Ну, с такого пульса-то и несложно восстановиться было. Издевается. Уже начали. Начинаем работать. Мы работаем. Спокойный вдох, спокойный выдох. Обо всем забыли. Все. Дышим. Молодец. Начал дышать, и пульс пошел вниз. Дышим. Прекрасно. Нагрузочка сейчас добавится. Почувствовали? Да. Начинаем работать с 92. Все, по 2 минуты у нас будет шаг к ступени. Прибавлять будем по чуть-чуть, но на пике нагрузки будет ощутимо. Поэтому стараемся сейчас наблюдать за дыханием. Дышим ровненько, спокойно. Не форсируем частоту сердечных сокращений. Пока схожу, посмотрю, что там. Так, интересно, ЭКГ там еще не мой сдают? Мой, не мой там? Какой-то малюсенький. Это Татьяна, но я вам не могу ее показать. Она там голышом. А здесь мы сдаем ЭКГ. В покое. Это Алексей зевает. Что прошел, покажи. Ничего. Понятно. Приблизительно так. Так. О, все, у тебя 6-й только остался. 2-й еще. А. Так, УЗИ. УЗИ сердца. Все, давай. Я с тобой схожу. Давай. Давай, заходи. Ну, там маленький еще переодевается, совсем карапуз. Заходи. Да, угу. Да, конечно. Добрый день. Нам для функциональной пробы. Ладно, здрасте. Как фамилия? Ермаченко. Это для газонализатора? Да. Да, Костя, все, раздевайся. Все мои. На потом. А, она у нас в очереди есть. Хорошо. Там, ребята, там всем моим, у кого написано. Ну, давайте я буду заходить, ладно. Да у нас есть список. А, ну все, тогда супер. Вот, и есть все. Еще кому-то в УЗИ внутренних органов. Да, одной девочке, Лагнер. Да. Ага. Да, все правильно. Все, давайте. Какой спорт? Триатлон. Все? Топик тоже, да.
Все, ладно. Счастья, здоровья вам. Я ее не включала. Честно, честно. Это нечестно. Так, у Славы там, наверное, уже третья ступень нагрузки. Он уже начал пыхтеть, сопеть и хрипеть. Срочно нужно, срочно нужно. Так, ну-ка, ну-ка. Поехал? Давление измеряешь? Хорошо себя чувствуешь? Да. Очень хорошо, Слава. Какой умница, ты посмотри. Да, продолжаем работать, все хорошо, да? Да, нормально. Слишком медленно идет кровь, и у нас получилось ку-ку. Работаем. Сейчас зависит от того, с какой скоростью набирается кровь. Да? Какой ты вообще, Слава. Да ты просто породистый утилизатор лактата. Ничего себе, у тебя 1,9. Ты вообще не стараешься, что ли? Все, работай, работай. Нагрузочка увеличится. Сейчас мы не снижаем. Скорость. 182 отработаем. Я сейчас маску вас подавлю. А мы вверх смотрим. Надо, чтобы плотно все было. Ага. 200 на 90, нижняя точно. Прибавил. Нет, 1 января, наверное, побольше. Ну, у него просто по гипертоническому типу всегда была реакция. Ну да. Ну, сейчас не нижний стол. Ну, я слышала, да, что 90. Как это укрепить? Ну, как мне сделать так, чтобы диастола была меньше? Ну, вот надо сейчас анализы посмотреть, почки посмотреть. Может, у меня гипертоническая болезнь. Так уже не укрепишь. А вообще, теоретически? Им нагрузку надо снижать, и больше на кардио выполнить. Так он и так... Ну, сейчас будем смотреть. До конца нагрузку будем все вести. Ладно.
либо оно снижается в норму. Ну. А оно как попало. 100 выше становится. Это сосуд, это уже скорее всего. Сейчас потом закончим. Холестерин же у вас в анализе там входит? Да. И по фракциям он сдавал, да? Нет. Высокие, низкие плотности? Нет. Надо было сдать. Ну, в инвитро дождадим, посмотрим. Нет, так, это можно сейчас сделать, просто чтобы Оля галочки поставила, а вы доплатите, и все без проблем. Хорошо. Можно сделать, чтобы он не ходил, не сдавал. А холестерин не поднимется после пробы? А он уже сдал, все. Она взяла, кровь уже есть. Все. Сейчас мне главное не забыть. Сейчас мы доделаем, я схожу, скажу. Голова. Нормально? Не кружится, нигде ничего не болит. Да нет. Смотрите, чуть жарковато. Открыть окно. Мокрое. Да, не проснешь? Нет, проснешь. Так, Слава, ну что там? Ничего. 3. По мощности не знаю. Как будто бы, наверное, Вова. Вот и Вова звонит. Вспомни про Вову. Сейчас. Не стал Вова мне отвечать. Нагрузка сейчас увеличится. Не снижаем скорость. Уже увеличили 207. Все отлично. Мы продолжаем. Вот только сейчас у нас началось. Да, Вова. А ты куда подъехал? Ты... Так, заходи, заполняй две бумажки.
Отдавай вещи в гардероб, поднимайся на второй этаж. Там сейчас ресепшн на втором этаже. Мы сейчас Славу доделаем пробу, и я к тебе выйду. Стой в очереди. Оформляйся. Все нормально? Да. Скоро уже приедем, да? Ну, терпим. Ага. Еще разговаривать не надо. Все, не смеемся, силы бережем, едем. Сколько ватт было у тебя, Слава? 300 ватт? Ты как чайник? Чайник 1800. Ну, можно было и не сообщать уж прям. Я недавно покупал. Я видел. Ой, ты хорошо восстанавливаешься, Славочка. Ты умница. Ногам полегче было, хорошо? Да, попа затекла. Скоро освободи меня. Хочется привстать немножко. Ну, к сожалению, диагностический велосипед. Ага. Не рассчитан, да. Когда дорожку купят вам? Те нам обещали, товарищи. Сейчас новые приходят. Счастлива. Привет. Что такое красивая девочка? Ты сдала кровь? Нет еще. Сдавай кровь, сдавай. Мне там еще годик проходит. А? Мне там еще какой-то. А кто? Да, я понимаю. Ты сдала кровь? А, сейчас покажу. Здесь плохая вена, но она живая. Здесь хорошая, но убитая. Убитая вена. Как вам? Это как предыдущая девушка. Здесь хорошая вена, но там все в рисунках, ничего не видно, да, ищите. А здесь рисунков нет, но здесь вена плохая. У меня примерно такая же история. У меня одна. Кто? Вена. У меня
Я помню, анестезиолог. Я лежу, а она говорит, ой, какую вы мне красоту тут принесли. И идет с другой стороны, а тут то же самое. Так, очки только уберите на всякий пожарный. Бывает, что замочек отстегиваю. И летит прям по ним. Все переживают за твои очки. Да-да-да. А знаете, вот у меня сын в очках, и я знаю, чего это стоит. Да-да, я тоже, как бы у меня нет очков, я просто знаю, что... Нажимайте кнопку, держите. Это такой сюрприз, когда он резко их разбивает, как будто они полтора косаря стоят. Ну и чё? Убитая, да? Угу. Ну, отдай чуть-чуть. Так я же не ета. Жадина. Я же не ета, не питая. Ну, хоть спатая. Чуть-чуть. Все хорошо, голова не кружится? Да ну вы смешите, конечно, нет. Ты, Юлька, 30 килограмм. Я сейчас упаду в обморок. У меня дочь все время средняя падает в обморок. Постоянно. А когда мы раньше ходили с ней сдавать, ну вот, диспансер, ее держали и уже знали. К ее приходу приходили две сестры, два доктора, и они ее держали. А она орала так. Причем мы с ней договаривались на выходе, что Веся. Да, я все поняла. Только в дверь заходила, и это был просто. Тарасова пришла. Я до сих пор помню. Сейчас на них. Может, ты ворать будешь? Все, пошли. Так, мы уходим. Маша, не забудь, пожалуйста, бегуночек и вот эту красивую сумку. И вот... Кому-то мне. Кому-то Кате. Ладно, проходите. Ладно, рассчитывайтесь, проходите. А мы уже все. Ничего, мы за тебя уже все сказали. Девочки просили тебя зайти в процедурный. Процедурный мне надо вот с этим полом зайти. Да. Надо же... Что стоите? Надо что же... ждете? Надо же мочу отнести. Ну, хорошо. В процедурный. Ну, что кровь надо сдать. Что? Помогите. О. Врачу. О. Я с тобой зайду. Там меня позвали. Ну, и мне. Ну, мне скажи, пожалуйста, сколько там надо денег сдать? 3500. Подожди. У тебя есть? Бумажку я отдать. Проспала. Меня разбудила Таня. Мы видим очень красиво. Великолепно. Великолепно. Вот. Пошли зайдем. Ира просто... Надо отдать, мне просто отдать. Ты скажешь. Почему пропадать? Не нет, она тебя что-то спросит. Я уже был. Ты почухался уже? Чего почухался? Ну, там давление померить, там да. Попросить. Иди. Здрасте, можно Корякин вам просто бумажку отдаст? У него все пройдено. Ты сказала, надо что-то сказать. Я сама скажу, уходи. Ладно. Попробуйте так вот. Прошлите. Попробуйте кардиопробу пройти в состоянии алкогольного опьянения. Мне кажется, это легче, чем сейчас. Там вообще на подвиги тянет. Пум-пум-пум.
На самом деле надо исключать, что бывает же и сас не приходит. Конечно. Так, кого нужно? 28-й у кого? У вас, у кого-то? Есть у нас 28-й? С 28-м номером ищут ребятенка. Нет у вас там его? Нет, с той стороны 28-й. И работать будем до отказа, то есть до мышечного утомления, то есть до максимального состояния, при котором наступает утомление, что вы не можете продолжать физическую активность. Ну, в принципе, все будем рассказывать. Если будет возникать жалоба в ходе тестирования, нам об этом обязательно сказать. Голова кружится, тошнит. В общем, ладно. Потом еще что-нибудь вам покажу. Девочки, скажите, что ты ждешь конкретно? Какой кабинет? Не знаю. Тебе бы анализы сдать бы. Вы сдали кровь? Ну вот тут ничего не смотрим. Что это? Надо подходить, спрашивать, как раньше. Стародобрые. Ирка, ну ты ж хотела. Я ж хотела. А папа знает, если есть. Я только спросить. Блин, сейчас спрошу у Ольги, можно наших всех пропихнуть подряд или нет? Здрасте, здрасте, здрасте. Такие хорошенькие. Что-то делают, что-то делают. А мы что делаем? Вот ты она моя маленькая. Это что, зачем тебе наушники? А мне разрешили. Это зачем тебе? Просто руки работаем. Сейчас по пульсу посмотрим.